Всем привет, ребята. Ну что, у нас сегодня очередной трэш. Решил я пройти дальше волны. Я прошел, мы с вами стримили, был стримец по волнам. Мы дошли до волны Аджей. В принципе, и Аджей мы должны покорить. И решил я сегодня попробовать. Здесь нету мега топовых прокачек на этом аккаунте. Здесь даже башен у нас по сути нет. У нас одна только стрелковая башня, и я решил попробовать пройти следующую волну. Я вам показывал, как проходится волна. В принципе, ничего сложного. За имением определенных героев можно без проблем все затащить. В общем, пробуем. Играет ли роль здесь раста? В принципе, нет. Здесь больше играет роль героя и определенные прокачки. Мы попробуем сейчас с вами затащить. У меня герои нужные есть, уже прокачаны. Так. А мы с вами вжарим, думаю, волну. Я не знаю, сколько попыток, правда, уйдет. Сейчас я рандомно пораставляю опять же здания, чтобы их все не слили. Где-то плюс-минус так нормально будет, чтобы он не сильно в угле был. В принципе, бессмысленно его в угол самый ставить. Так, дальше ворожай. Спинами восьмерки здесь должно хватить. Так, ворожай есть, этот есть. Еще берем Фрейю, конечно же. И зная, что сейчас будет у нас. Фрейю тоже с воодушевлением желательно. На нее поставим Рудольфа. И отдельно сюда поставим. И кого еще? И оккультиста возьмем. Можно было бы землеройку, но я возьму оккультиста. Он у нас будет вот такой вот сборки, и он тоже будет стоять отдельно. Я пораскидываю здания так, чтобы их не особо все дамажили. Здесь даже здания, по-моему, не все, которые нам надо. Только для таблеток я попрокачивал. Ребята, вот такая вот раста. Попробуем таким вот составом сейчас с вами пофармить Аджей волну. Не знаю, что с этого получится, но я надеюсь. То есть у меня башен нету. Здесь основную роль исполняет Космо плюс Ворожей. Ворожей дает отхил всем. Ну, конечно же, герой с водушкой. Но видите, Космо у нас уже улетел нафиг. Нет у нас ни ворожея, ни космо, а J3. Мы фармим. Давай, Фрейя, держись. Одно здание в центре осталось, не знаю. Не... А J4 дошли. В принципе, пробуем еще. Ну, центр у нас как-то разобрали, блин, ворожей. Казалось бы, надо будет сейчас отставить немножко дальше ворожея. Ворожай и Космо как-то очень слились быстро. Их просто, уж смотрите, Ворожай просто улетел нафиг. Хотя он 30-го прорыва. Вообще разобрали нас. Видите, надо башни, ребята. Здесь герои без топовых аугментаций, без топовых уклонений. Просто 30-е прорывы. Воодушки. Нужные герои. С нужными прокачками. Так, Аджей-3 есть. Все живы, все здоровы. Аджей-4. Аджей-4 есть. Аджей-5. Видите, к сожалению, чуть-чуть не хватило. Поехали.
доехали еще. Ну, как видите, до J5, в принципе, мы доходим. То есть все, что надо здесь, это не волна Акана, которая там, блин, ну просто нереально сложно, потому что там надо словить удачу, надо то, надо то, надо все. Здесь все намного проще. Здесь вам нужен космос, здесь вам нужен ворожей, здесь вам нужен более-менее нормальный оккультист. И в принципе, ну и конечно же остальные топовые герои, но вот видите, чуть-чуть не хватило. Хотя у нас шанс сейчас был очень крутой. Опять же, от J5 мы дошли, и ничего сложного в этом нет. Многие напишут, да, блин, там надо зефир, там надо то. Да, ребят, здесь надо герои, которые будут быстро убивать. Но вместо зефира, я думаю, огник это уже не есть проблема для многих. То есть он вообще копейки, по сути, стоит. Некоторые его уже пособирали. Вместо зефира можно поставить феникса. Просто единственное, что минус, у вас не будут успевать убивать героя. Вот от J3 мы сейчас на J4 выйдем. Видите, у нас здание развалили. То есть тут надо ставить те героев, которые будут очень быстро убивать. Но учитывайте, что здесь нету мега прокачек зданий. Здесь нету мега прокачек героев. То есть здесь ниже среднего. Если брать по донату, ну, если так брать, то сейчас это все, но ну, таких героев можно собрать, по сути, намного дешевле, нежели не собирались. То есть 100-200 баксов, кто там играет с донатом, да. Я думаю, у вас такие герои есть и на таких же прокачках. Это не есть проблема на сегодня. Ай, блин, космо убили. Жалко. Сейчас без космо, я не знаю, мы вряд ли что-то сделаем. Да, ну, а J5... До J5, если раньше я заморачивался, и многие заморачивались, как что поставить. Пожалуйста, один космо, я думаю, решает здесь все вопросы, потому что реально он блокирует и бьет по зоне. Герои не могут вражеские дальше двигаться, вот смотрите. Ну а дальше надо просто везение, чтобы удачно вышли они. Ну, судя по тому, сколько раз мы уже дошли до G5, то эта волна даже без башен там и прочего проходится на ура. Не успели. Не хватило немножко. Здесь нету супер питомцев. То есть у кого есть там хоть какие-то супер пэты более-менее, они реально классно будут тащить и помогать. Здесь этого нету. Здесь обычные герои, 30-е прорывы, 12-е скиллы. Как видите, даже не 13-е скиллы у меня на героях. Космон вообще с 11-м, потому что у меня агментации здесь нету столько, сколько на других аккаунтах. Так, AJ4. Вот единственное, видите, некросы. Самая большая проблема. Ну, я думаю, это дело времени, это волна будет зафармлена. А Космо, как видите, с ПДшкой тоже очень неплохо себя показывает. Вот мне он нравится. Мы проходили у меня на Тайване, по-моему. Да, мы на Тайване проходили, пробовали Космо. Там мы тоже помучились нормально. Там у нас Космо был с СО, по-моему, если не ошибаюсь. Плюс живо. Ну, я вам показывал на основном аккаунте. Там, правда, топовые прокачки. Мы там вообще с первого раза прошли. Всех ушатали. Здесь, конечно, так не получится, потому что здесь нету таких прокачек. Но до J5 у нас стабильно все доходит. Теперь надо просто словить момент. И не надо там заморачиваться над чем-то. Просто определенные герои. Но опять же, учитывайте то, что волны. Опять нас развалят, наверное, на этой волне. Не, нормально. Так, ну тут надо, чтобы опять удачно, просто удачно зашли. А, ну-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 ну. Давайте тащите. Все, ребятушки, можете меня поздравить. 10 минут и Джей волна пройдена без расстановки. Без башен, без мега там супер-пупер прокачек героя. Вот, пожалуйста.
Что надо для этой волны? Сейчас я вам покажу. Заберем плюхи. Посмотрите по зданиям, сколько у меня еще зданий недостроено. Раз, два, три, четыре. Четыре здесь. Пять. И здесь пять. 10 зданий. По сути, тотемы тоже не стоят, как видите. Тотемов тоже нету. 10 минут, и мы это прошли. Здесь здание, вот 16 левел, там прокачек нету, первые левела, 21 таблетки, единственное, что у нас 25 ратуша, все, башен у нас нету, юнита у нас здесь максимум, что 50 там, да, но юниты здесь по сути роли не играют. Вот прокачки героев, ничего мега там супер пуповал, 11 фрея, 30 прорыв. Все, по снаряге. Жесть полная. Оккультист 12-12, СС-ка. Пожалуйста. Зефир. Единственное, зефир у меня нормально. Но я думаю, без зефира можно кем-то его заменить. Это не проблема. Даже тот же самый Феникс. Возможно, мы попробуем с Фениксом пройти. Пишите в комменты, хотите ли вы с Фениксом увидеть прохождение, либо с какими героями помучаемся. Вот. Это единственный герой, кто здесь более-менее нормально собран. Ворожей. Тоже хрень полная. Космо. 11-11. Вообще ни о чем. Огник. Все. Вот вам все волны, ребят. Вот вам топовый состав для 100% прохождения. Поставили эмблему воодушки. Да, для бездоната это сложнее. Но для мини-доната это вообще не проблема, потому что многие с огромным донатом не могут пройти эту волну. Ничего здесь особого не надо, просто 10-20 заходов, и эта волна проходится на ура. И следующий вопрос у нас АК, ну АК, вы сами знаете, даже основой своей еще до сих пор не прошел, потому что там действительно надо удача. Все, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.